Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить замечательную игру Кена Мост Духов. Так, мы закончили на том, что впереди вон он стоит хер с мечом, который нас ждет. Ну, и очень-очень какое-то большое сердце. Давайте поговорим с ним, что он хочет от нас-то. Пообщаемся раз на раз, давай. Позволь, я помогу тебе. Я могу излечь этих духов и восстановить баланс. Я знаю таких, как ты. Ты ощущаешь силу, пронизывающую эти земли, но не понимаешь ее до конца. Блин, это он чуму эту наводит. Значит, надо ему дать пендаля. Так, здесь Здесь остались только смерть и скверна. Эти земли будут исцелены, но ты не сможешь оставаться здесь, дух. Ты должен уйти в мир иной. Это тебе здесь не место. Я никогда не брошу свой народ. Ого! Вот это волна. У него тоже посох есть. И он тоже светится. Ух ты, вот тут дядька серьезно уже. Росток. Так, удерживайте Е, чтобы прикрыться щитом. Так. Ух ты! Вот это удар. Так, а как мне жизнь восстанавливать-то? И что мне делать, когда у меня хп мало? Типа они никак не восстановятся? Ну, надо было проверить, как я умираю. Я это специально сделал, если что. Ага. Так, ну ладно, все заново, значит. На диалог. Быстро сейчас его пропустим. Так. Пробел пропустить. Так, ну давай, давай, давай. На самом деле очень неудобная кнопка Ctrl. Может ее... Ух ты, я не знаю, что я сделал. Ух ты, опять что я сделал? Я теперь его оглушаю как-то. Ты тварина. Тварь. Вот тебе так и надо. Растаял просто. Взрываем этот огроменный кусок сердца. Большая почка. Все, очистили землю от скверны. Да у нас пополнение. Можете выходить. Теперь тут безопасно. Сая, гляди. Она расчистила траву. Им нравится. Меня зовут Кена. Что вы делаете тут в лесу, совсем одни? Не нужно о нас беспокоиться. Мы тут уже давно, и мы можем сами о себе позаботиться. Вижу, вы выглядите очень сильными. Вы знаете, кто был тот дух в рогатой маске? Нет, не знаем, но когда он появляется, вся трава становится сильнее. Эй, а что ты делаешь тут в лесу?
Я ищу священный горный храм. Вы можете меня туда провести? Вот. Если ты хочешь добраться до горного храма, тебе сперва придется нам помочь. Давай поможем. Наш брат Тара потерялся в лесной чаще. Прошу, помоги ему. Хитро придумано, Сая. Ей будет просто. Ты видела, что она сделала с тем существом из палок? Помоги нам освободить Тара, мы отведем тебя к горному храму. Да, окей, я согласен. Так, у меня... Ага, теперь найдите тлёныши 15 штук. Это типа на этой зоне, в этой территории, есть 15 тлёнышей. За босса мне дали троих. На прошлой локации я нашел 5. И еще нужно 7 штук. О, это первенец мой. У него и прическа другая. Ого. Красота. Так это получается только вступление было. Доступна карта, нажмите М. О, начинается. Так, помогите Тару, у меня тут. Ого. Ого, это куда идти мне надо? А это типа заблокировано все. Улучшение даже у меня есть. Так, улучшать я могу тлен. А это что такое? Это щит. Рукопашная и еще 2 закрыты. Так, здесь карма какая-то. Что это? Какой-то супер удар. Атака в спринте есть. Так, интересно, интересно. Ну чё? Мне хватает только на атаку в спринте, то есть с разгона. Ну, давайте ее и улучшим сразу. Принять. Пусть будет. Ее же не надо куда-то там активировать, перемещать. Нет, не надо. Так. Это все хорошо, а куда нужны... Куда нужны эти кристаллы, я не пойму. Может, там ниже что-то откроется? Так, да все, доступна карта, я уже посмотрел. В общем. Мир открытый. Сюжет, оказывается, и игра вся нелинейная. Ну, сейчас, значит, будем разведывать обстановочку. Как тут, что тут, где тут? А вот там, наверное, и город еще. Деревня. Ну вот, я же говорил. По-любому здесь где-то нужны кристаллы. Так, а деревня вся в этой чуме. Нужно искать сердце. Деревню надо освободить. Так, я буду ждать тебя здесь, возле храма воды в забытом лесу. Ого. Так, еще... Еще и урон наносите по мне. Это какая-то загадка. Скорее всего, да? О, видосик. Блин, сколько здесь чумы этой. О, начинается. Так, давайте попробуем. А, вот с разгона. Все, я понял.
Так, мне надо уничтожать сразу параллельно. Ух ты. Что за маска? Так, а как тебя уничтожить? Наверное, сначала вот эти нужно, да? Все фигли-мигли эти желуди. Так, и он не открывается. Какой-то был еще одно сердце в каком-то закоулке. В лавке, по-моему. Вот, вот здесь. А нет. Так, пизденыши, давайте помогайте мне. Чего вы просто так бегаете? Открыть не могу. А, вот же он. Так, и по идее должен этот открыться. Ну да. И сейчас какой-нибудь супер-мега-босс выйдет. Неа. Найдена тележка. Тележка со шляпами. О. Найдена тележка, где есть всякая шляпа. Карма и улучшение. Уничтожайте оскверненных врагов, восстанавливайте окружение и отыскивайте плоды, чтобы кормить своих тленышей. Все эти действия создают карму. В меню улучшения М используйте карму, чтобы открыть новые способности. Кена может улучшить свои основные навыки и напитывать свои способности тленом для проведения мощных атак. Угу. Так, ну я здесь был уже. Че, у меня 25, мне не хватает. Мне не хватает. Уровень тлена. Так, это понятно, мне пока не хватает, я уже все потратил. Доступна новая шляпа для тленышей, что? Что такое? Горшок, доступна новая шляпа для тленышей. Лавка. А, вот куда нужны кристальчики. Вот куда они нужны. Так, это у нас шляпки. Ну, давайте грибочки поставим. А что, я две купил? Покинуть лавку. Все, а теперь они все... Прикольно, прикольно. Так. Клевер. Не, клевер неинтересно. Пусть грибочки будут. Так, еще один. А ты почему не в шляпе? А, это типа каждому. Если типа надо, то надо каждому собирать. И я могу сделать ассорти, да? Типа вот. Давайте. Так, тихо. Шляпы, вот. Одну такую купим и одну такую купим. А что не покупается? Вот, купил. Все. Теперь у меня... Так, два с грибочками. Два должны быть с горшочками. И один с клевером. Так, вычистил. А, это быстрое перемещение. Хорошо. А тут просто у нас замок. Просто замок, типа, дорога закрыта. Ну, значит, сейчас деревню будем исследовать, а потом уже идти в запретную территорию какую-нибудь. Так, а где открылась дорога? Вот, здесь была закрыта, я помню. Я точно помню. Применить тлен. Ой, кристаллики собираются. Хорошо. Ух ты! А что такое? Что за луковица? А, это хавка. Победите всех врагов, да?
Ух ты! Это уже посерьезнее, дядька. Так, еще кто-то? Да сколько ж у вас есть тут? Вот и сундучок открылся. Так, я, кажется, начинаю понимать эту игру. Точнее, наоборот, я сначала ее понял, потом я опять не понял. И сейчас я опять начал понимать. То, что это не просто какая-то линейная игра, где просто бежишь и выполняешь красивые задания. Здесь еще всякие есть секретики. Типа вот сундучков. Ловушечки всякие мини. Прикольно, прикольно. И чё? А как это открыть? Типа, может, рано еще? Так, ой. Так, короче, вот такая бочка открывается, такая нет. Два раза потрусить нельзя. Да, вон еще пропустил. Так, а это у нас что тут? Я не был. Ручей, протекающий под кузней, несет с собой энергию из горного храма. Ручей, протекающий под кузней. Мне нужна кузня. Блин, тут слишком много всего. А это цветочек синий. Какой-то необычный. А это что за лужа? Что это такое? Как стрелять? Ну? Как стрельнуть? Или пока еще нельзя? Туда я не запрыгиваю никак. Потому что здесь проход. Какая-то ветка загородила. А может... Может? Можно все-таки? Нет, 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 нельзя. Ладно, идем дальше тогда. Здесь, по идее, тоже какая-то закрытая территория. Да, вот. Дорога тоже закрыта. У нас заканчиваются припасы. Надеюсь, в амбаре хорошие запасы. Надо проверить. В амбаре? В каком амбаре? Нужен амбар. Насколько я понял, все вот эти вот движения, они будут все... Не понял, так их что, еще можно... А их уничтожить нельзя? Короче, до них нельзя дотрагиваться, они еще и это... Ядовитые. Для того, чтобы принять испытание божественного дерева, нужно добраться до самой его вершины. Вот это я, кажется, понял, как нужно сделать. Так, а я туда не допрыгну нифига. Ух ты. Не, нельзя. О, давайте, еда прилетела, хавка. Ну хавайте, чё вы? Это же для вас. Алло. Чего вы не едите? Ну, не едите, как хотите. Ну, значит, не голодные. Вот так вот. Меня мама с папой всегда так воспитывали. Не хочешь жрать, значит, не голодный. А что? Я ж запрыгнул.
Ладно, дубль 2. Не. Чё-то она как-то левитирует на этих палках. А если отсюда я смогу запрыгнуть? Нет. Да что ж ты спрыгиваешь? Она просто тупо слетает с этого места. Ей просто игра сама не дает запрыгнуть. Ну хотя это очень странно. Ну ладно. Так, у меня хоть один путь будет открыт, я не понял. Чё, я сейчас по деревне побегал, побегал и все? Что это? Просто тупо закрыто. Даже ничего не написано. Так, а здесь в доме что-нибудь есть? Я-то сюда зашел, но не полностью. О! Нифига себе, у меня монеток уже сколько? 300. А, значит, получается, эти кристаллики не только для шляпок. Потому что это слишком жирно. Слишком много монет сыпят. О, ребята, говорите. Тара там? Тропу преграждает барьер. Может быть. Дзадзюру сможет помочь. Обычно его можно найти в храме Маса. Когда ты увидишь священные деревья, ты поймешь. Так, обследуйте замок Масок. А замок Масок, тут единственный путь, это вот он, вот это. Ну ладно, направимся, значит идем. Ох, что с водой происходит, а? Как она пузырится. Какая-то кровавая вода. Ладно. Получается замок... Ой, замок масок у нас вот он. Пойдем уже туда в него в следующей серии.